Там, где речка Иловля впадает в Дон, на автомагистрали Волгоград-Москва гостеприимно встречает водителей и туристов новый ресторан. Он построен вблизи подлинного казачьего куреня, ныне музея народной архитектуры и быта. Авторы интерьера – мастера Волгоградского отделения художественного фонда. В их работах – мотивы из жизни донского казачества. Главный обеденный зал может одновременно вместить 150 человек. Современный сервис, музейная старина, живописные окрестности. Приглашает казачий курень.